Всем привет, дорогие наши друзья и зрители нашего канала Step Family. Ура, 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 ура. Мама, рассказывай, сейчас что у нас сегодня. Сейчас у нас обед, как это ни странно, у нас обычно ужины, но сегодня так, у нас ладно, отдыхает. Так, давай с мамоночка, с Настеньки, давай. И мы сегодня кушаем на обед пюре картофельное и... Или деликатес, да, деликатес. Скажи. Я поняла, да. Что за деликатес. Какой? Ну-ка, рассказывай. А ты никогда не догадаешься. Никогда не догадаешься, кстати. Ну, я такого давно, очень давно готовила. Очень а давно. Готовила разве? Да, было. Очень давно. Было дело давно. Также у нас, ну, в общем, название прочитайте, чтобы не портить аппетит. Так, также у нас черемша, соленые огурчики. Так, ну все. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, кто кушает вместе с нами. Павлик, что это такое вообще? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, переходите на наш второй канал ASMR Russia и на наш Инстаграм. Ну, должно быть вкусно. Ну, вообще, я припоминаю, когда ты готовила, вообще было вкусно. Сразу так. Скажу, что вот это, что вот сверху, это готовится тоже примерно как язык. Пробуй. Это не язык. Но это не язык. Это мясо. Готовится, по той же технологии отваривается, потом обжаривается, потом... Короче, Павлик в своем репертуаре опять все. Ты пробовать-то хоть будешь? Нет. Почему? Ты что, не голодный? Он просто не ест мамину еду. Давай попробуй, Павлик. Ты попробуй, а потом будешь отказываться. Ты же не знаешь... Кстати, Даша, вот это мясо, очень много в нем белка. Много витаминов, аминокислот. Ну давай садись нормально, Павлик. Это настоящий деликатес. Ну что такое, а? Сейчас у тебя говорю. Так. Паша у нас выбыл. Да, он сказал, фу, есть не буду. Ладно, фу так фу. Как вы уже заметили, у него все всегда вот так. Мы в этот раз решили мы без него покушать спокойно. Без недовольных лиц. Даша, ты хоть скажи как? Вкусно. Еще одна. На втором канале тоже вдвоем с папой. Все недовольные. Черемшучку. Даже соленый огурчик твой вкусный. Полезный. Я хочу объяснить, почему у тебя настроения нет. Я могу вам рассказать, почему у Даши нет настроения. Она хочет кроссовки, которые увидела у девочки, и надо срочно их купить. Нет. Ну, расскажи свою версию. Я вообще никого не подсматривала кроссовки. Хорошо. Я просто хочу кроссовки. Не белые. Как у Вероники. Нет, как у... не белые, а физкультурные, нормальные. Ну как у Вероники ты хочешь кроссовки? Нет. А как у кого? У кого. А ты их у кого видела? Ни у кого. Ладно. Кроссовки как ни у кого она хочет срочно. А мы их купим в любом магазине, правильно? Нет. Именно в Каре, там, где купила Вероника их, ты хочешь. Да? Да. Так-то папа. Можно в другой магазин съездить посмотреть. Нет, потому что там будет никак не так у Вероники. Ну хоть папа хоть что-нибудь скажет. Вкусно. Вообще, как бы, чего вы так перемешали это все, бурду какую-то сделали? Она должна быть сверху, как гарнир, этот, лежать, вот как вот здесь. А вы размазню какую-то сделали. Ну, хоть он и здесь лежит. В чем проблема-то? У нас тут красиво в тарелках все лежало. Угу. Да-да-да. Ну, язык вкуснее, да? Да. А Даша не ест. Ты мяско не будешь? Ты же проговорилась. Вот она и не ест. Это не язык. Ты сказала, я не скажу, чтобы не испортить аппетит. Это было ключевое твое слово. Ну ладно. Зато это деликатес. И судя по всему, на этот деликатес, который может испортить аппетит, и Паша среагировал. Ну, не факт, конечно. Не, ну просто принципиально всегда себя так идет. На всех идет. Да, Даша? У тебя же сегодня гимнастика, как обычно? В 7:15. Угу. Смотри, а ты сейчас с бабушкой уходишь? Дома остаешься? Мы я тебя отвезу. Куда? На гимнастику в 7:15. Это у нас за кроссовка. Мама же сказала, надо посмотреть сначала, какие там есть. Мы же их посмотрим в интернете. Может быть, их так там
Мы можем даже заказать. Они приедут через год. Подожди. А мы, помню, покупали в Спортмастере хорошие кроссовки. Может, и там посмотрим заодно? Сначала в Каре. Вероника в Каре брала, значит, там даже... Не, надо. Посмотрим в Каре, я имею в виду, и посмотрим в Спортмастере, допустим. Там и там. Ты будешь еще картошку? Картошку? Да. Нет. Что-то плохо поела. Ну, я просто бабушка аппетит перебила и накормила ее роллами. Она не хочет. Вообще роллы? Кстати, планировалось бабушке передать. Я бабушке дала, говорит, я это все не съем, я тебе на тебя одну роллю налью. Одну? Или всю чеплашку? Она себе взяла, сколько там было. Бабушка, сколько съела ролл? Там целая это была коробочка такая. Бабушка, сколько съела ролл? Не помню, но много. Она мне давала сегодня две, а все остальное она себе забрала. Ну, зубы ролла на аппетит себе точно не испортила. А Веда не хочешь попробовать вот этот деликатес, что мама приготовила? Я поняла, какой это деликатес. А ты попробовала? А что это такое? Ну ладно, скажи, что это. Мама должна была, что такое деликатес. Как обычно, мама старается, а тут все... Не, подожди, сидят, ты говоришь, я поняла. Ну ладно, что это такое? Почему такая жизнь несправедливая? Нет, это не язык. Это не ты язык. Попробуй. Не собирала. Это не язык, это другая история. Похоже больше на... Нет, Лена? Нет, это не улитки. Улитки? Даже говорит, что на улитки похоже. А улитки это тоже деликатес, это вкусно. Еще какой? Во Франции или где там их едят? Не надо говорить слово фуд за столом. Может быть это... Ну когда слухами говори. Кто? Нет. Я не понимаю, что ты говоришь. Скажи нормально, четко. Скажи. Она в Пашу превращается. Нет, откуда у нас такое вообще счастье тут, в наших-то краях. Даже это очень вкусно. У нас такого здесь в помине не было. Что ты тут назвала? Ты хоть попробуй. Но. У нас за окном по-прежнему ветер, но сегодня солнышко проглядывается. Даша, ну попробуй. А вдруг тебе понравится? Останься от нее. Это серьезно. Уже достал. Это знаешь как? Ну не хотят, не надо. Уже игнор пора включать. Это как с языком. Никто не хотел есть, пока не попробовал. Да, пока, давай. Иди. Уже через стол не хочу есть. Все равно пора пока сказать и уйти. На тебя пару губ. С самого начала. Кто косила. Как обычно? Предлагаю снимать мукбанг вдвоем. Мы и так снимаем мукбанг вдвоем. На двух каналах для детей. Да? Но я не смотрю настроение портят постоянно. Это же дети. А вам бы они не испортили настроение? Каждый раз, сидя за столом, вот так вот, с такими лицами сидеть. Чего бы вы им не положили? Кстати, давно мы сосиски не отваривали. Интересно, будет Паша сосиску грызть? Он на сисику скажет, фу. Это просто... Вообще, он если мог... он сварил стараманку, он фукал. Ну что-нибудь не сделаешь. Ну послушай, фу. Если бы он хотел, он бы картошку просто поел. Он просто не хочет. А он перед этим таскал печенье, он голодный. Он есть хочет. Ну. На манку фукал, но в итоге сел, через полчаса и поел. Уже понял, что деваться некуда. Мама тут ничего ему сладенького не выдаст. Да? Угу. Короче, это куриные желудочки. Можно уже говорить? Конечно, уже можно. Но ты, кстати, когда просила мне их купить, ты все-таки имела в виду сердце или желудочки? Я хотела сердечки, да. Я перепутала. Говорит, купи мне либо пупки, либо желудочки куриные. Я говорю, пупки вообще первый раз. Говорю, что, у куриц там пупки, что ли, есть? А они так называются, по-моему. Желудочки, пупки. Орли. Я хотела сердечки, они помягче. А сердечки-то они тоже есть. Сердечки там было. И также есть это, охлажденные. Когда сразу сердечки возьми. Замороженных я не видел, но охлажденка есть. Наши местные. Ну, тоже вот это, в принципе, вкусно он пойдет, да, для разнообразия. Почему нет? Это полезно, кстати. Но они очень дорогие, кстати. Желудочки? Нет. Сердечки? Да. Еще дороже. В два раза. Ну, не вкуснее, по-моему. Наверное. Ну, сколько в нем витаминов, я прочитала.
Не только белок там. Это только всего. Желудочки, да? Это не только белок. Сытное мясо. Да. Это еще это куча витаминов. Да. Что-то с чем кушаешь? Это напоминает мне про кроликов, да? Кролики, это не только какой там мех, да? Не знаю, что ты говоришь-то. Ты на меня смотришь, я первый раз слушаю. Продолжай. Не только там какой-то пушистый мех, причем, а 2, а то и 3 килограмма диетического мяса. А мне нравится, вкусно. Ну, сейчас мама покажет. Нет. Вообще оригинально. Кстати, надо было с мамой... А, ну да, Лёшка бы нам не дал точно. Я, кстати, потушила сметаной подливка. Отварила. Кстати, потом... я даже не отрицаю, что сейчас мама твоя сядет и Паша присоединится. Нет. Паша не сядет уже. Он будет до самого вечера ходить и ночью поесть ему. А мне нравится очень. Все равно огурчиками вообще. Угу. Мне кажется, они еще маленькие, не понимают этого, да? Само собой. Вкусноты всей. Паша там в пистолет стреляет. Будет слышно, наверное, хорошо. Хорошо, что у него никаких патронов уже нет от этого пистолета. Мы даже воду с компотом не пили. Сегодня воду и компот поставили. Вообще. Когда есть, не пьют. Когда нету, просят постоянно. Это парадокс. Мама, вкусно. Я наелся. Угу. Я даже съел за двоих. Ну, это же вот сюда шли. Ну что? Ну, как бы вкусные желудочки, что, ничего, можно, ну, как бы не часто их лучше, конечно, готовить, ну, но... говяжий так. Язык вкуснее. Говяжий язык намного вкуснее, конечно. Попробовать киселек. Интересно, с кусочками фруктов, да, смотри? Сухофруктом, яблочки. Угу. Слушай, ну вкусно. Такой быстро растворимый, который вот мы заказали. Угу. Алтай Флора сайт. Слушай, ну вообще вкусный. Давай такое еще закажем. Угу. Прям вот реально не надо варить, да, просто кипятком надо, ну запарить, да, там 5 минут, как обычно, но вкусно очень. Мне даже ждать не надо. Во. Просто запарила и пей. Все, надо брать. Вкусный. А дети кто-нибудь еще пробовал из детей? Паша хлебнул калфу. Ну, неудивительно. Пашка в своем репертуаре. Тут уж, да, ничего не поделать. Мне тоже понравился компот. Все вкусно. Но даже у меня сегодня дрожжи, тоже фуркала шоколадная. Ясно. Все фуркало. Ты сейчас будешь черемшу поедать? Нет, сегодня? Я все наелась. Ладно. Ну ладно, что, дорогие даже зрители. Вот такой у нас сегодня видосик получился. Ну, всем большое спасибо за ваш просмотр, за ваши лайки. Зато все разные, не повторяются. Что-то необычное. Ну да. До новых встреч, скоро увидимся. Пока-пока.